знал только тикером по языку. Ну да. Остальные так чисто за молодежку, знаешь, этого три дня поиграл. Первыми впечатлениями о дебютной тренировке, хотя она для тебя не дебютная, после возвращения в родной клуб? Очень прекрасное ощущение. Я изначально, когда только проснулся, у меня чуть-чуть мандраж был. Ребят там увидеть, поздороваться, как бы это все для меня тяжело в первые дни. Вот. А на поле вышел, как-то ребята меня приняли как своего. Все, я быстро вошел в ритм.